Меня зовут Дмитрий Романько, прибор развития ПРК-1У находится в городе Белград. Я нахожусь в другом видео, в другом городе, и посредством скайпа проводится данное обследование, тестирование, вернее. Получается, после включения прибора становится, воспроизводится лучшая картинка, становится, ну, более четче. Появляются лучше ощущения становятся. По видению себя я увидел себя со стороны более радостным, жизнерадостным. И картинка проявилась более четче. Что касается омоложения, то будущее захотелось приблизить, чтобы оно было вот прямо здесь и сейчас. И оно, опять же, еще больше после включения прибора усиливаются ощущения в теле.